Как она хрустит, ребята. Это просто песня. Хрустящий, вкусный сазан. Это бомба. Ребята, всем привет. Сегодня готовим сазана во фритюре на мангальном комплексе «Кузьма». Ну что, начинаем? Поехали! Ребятушки, берем нашего сазанчика. Так, мы его уже почистили. Внутренности убрали. Жабры, конечно, соответственно, тоже убрали. В общем, что нам нужно? Сделаем небольшие надрезы по всему сазанчику. Вот так вот. Достаточно будет. Также с этой стороны. Маринуем нашего сазанчика. Ребята, обязательно для сазана черный перец молотый. Для маринадика. Посолим. И все хорошенько вотрем вовнутрь. Также с этой стороны соль, черный перчик, вот так. Ребят, добавим обязательно сок лимона. Вот так вот хорошенько польем. И всю эту красоту вотрем. Ребята, маринадик вообще бомбезный. Можно добавить приправу для рыбы, но поверьте мне, соль, перец и лимон больше ничего не нужно. И замариновать на некоторое время. И ставим помариноваться на полчасика. Больше у нас не получится. Сейчас разожжем костер, поставим казан. Ну и начнем процесс приготовления. Блюдо будет... Синички, слышите? Весна. Ставим казан. И наливаем растительное масло. У нас литр. Масло подзамерзло чуть-чуть. Сейчас мы его разогреем хорошенько. Масло накалилось у нас. Добавляем нашего сазанчика. О, пошла жара. Ребят, 10 минут прошло, перевернем нашего сазана. О, какой красавчик. Супер.
Ну, еще минуточек 10 и к столу. Сазан наш готов. Достаем. Ух, какой красивый, ребята. Вы только посмотрите на эту красотищу. Быстро бежим кушать, ребята. Быстро бежим кушать. Ребята, приготовили наш шедевр. Запахи стоят просто фантастические. Сейчас мы эту красоту еще лимончика сбрызнем. Вот так вот. Супер. Ну, 50 грамм обязательно для такого блюда. Ребята, за вас. Всего вам самого хорошего. Светлого неба над головой. Удачи, успехов. Готовьте вкусняшки. Готовьте обязательно вкусную рыбу. И будьте счастливы. За вас. Ну что, друзья. Попробуем. Давайте с ребрышка. Люблю ребрышки. Хрустящие. Давайте поближе вам покажу эту красоту. Как она хрустит, ребята. Это просто песня. Хрустящий, вкусный сазан. Это бомба. Мясо внутри сочное, в меру соленое. Идеально. Ребята, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписка на канал. Ну и там комментарии, вы там все знаете. Пишите комментарии обязательно, ребят. Без комментариев продвижений никаких абсолютно не будет. Ну, всем здоровья, пока. Колокольчик. Всем пока. До встречи, ребята. А мы продолжаем кушать сазана. Чистый мед.